Веданта с вами Прабхупада ки джай, Шримад Бхакти Горгавинда Махараджа ки джай, Кришна Вишну Пада Стотра Сатта Шримад Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж ки джай, Бхакти Вайбах Пури Госвами Махарадж ки джай, Бхакти Ракшак Шридар Госвами Махарадж ки джай, Нити Лила Пришта Вишну Пада Стотра Сатта Шримад Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур Шила Прабхупада ки джай, Кришна Вишну Пада Стотра Сатта Шила Горки Шардас Ваджи Махарадж ки джай, Сачидананда Шила Бхакти Винод Тхакур ки джай, Кришна Вишну Пада Вайшнава Сарабама Шила Дас Божи Марач Ки Джай Рупа Саната на Бхатта Рагуна Чири Джива Гупала Бхатта Дас Рагуна Чарга Свами Прабу Ки Джай Саруб Дама Дара Райан Мананда Диши Гор Паришада Вринда Ки Джай Дама Чари Шила Хари Дас Такур Ки Джай Прем Сакла Шри Кришна Чайтани Прабхунтянанда Шир Ветта Гратара Шива Сади Шри Гор Бхакта Вринда Ки Джай Радиш Мандал Ки Джай Радиш Мандал Ки Джай Трибан Мангла Шри Хари Нам Санкиртан Ки Джай Ананда Коти Вайшна Вринда Ки Джай Саманта Гор Бхакта Вринда Ки Джай Гор Примананде Хари Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшуран Милитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Гураве Гора Чандрая Радикая Тадалай Кришная Кришна Бхактая Тат Бхактая Намо Намаха Ванчакалпатарубьяща, Крипасиндубьяевача, Патитанам Паванебьо, Вайшнавебьо, Намо Намаха, Анандалиламай Виграхая, Вападивичи Висундарая, Тасмай Махапремараса Прадая, Читане Чандрая, Намо Намасте, Нитянанда Намастубьям, Премананда Прадайне, Калахо Калмашанашая, Джаннавапатае Намаха, Аджамалам Бидабуджо Канакавадатам Санкиртанай Капитаро Камалаятакшам Вишвамбаро Дуджаваро Джагадарма Пану Ванде Джагат Приякаро Карунаватару Кало Канака Джаладагатра Нилашо Набджанетро Мригамадавара Бхало Малати Пундамало Таралатаруна Вешо Нилапитам Варешо Смарани Британи Кунже Радика Кришна Чандро Смарани Британи Кунже Радика Кришна Чандро Тавайвасми Надживами Твоя Вина Ите Вигяя Раде Твам Наймам Чиранантике Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадатара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Сейчас учебник.
действительности. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кришна нам дал. Прежде всего мы бесчисленны Дандават Пранама, лотосным стопам Шрилы Гурудева, не телила Правишта, Ом Вишнупада Стотра Сатта Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Также Парам Гурудевам не телила Правишта Вишнупада Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа, не телила Правишта Вишнупада Стотра Сатта Шримад Бхактивиданта Свами Прабхупады. Всех чистых преданных, всех дорогих преданных гостей здесь в Ереване. Также зрители, прямая трансляция у нас, 13 компьютеров сегодня. Мандандавата Иргилео Селенкей, мой бактом сишлет у вас. Ораз бактом с польским, мой дандавата. Вот. Итак, очень благословенные дни. Сегодня началась Джула Наятра. Во Вриндаване все божества украшены в желтый цвет. Только что на Фейсбуке я увидел первую фотографию вриндаванских божеств. Очень-очень красиво украшенных. И божества Рады и Кришна качают на качелях 5 дней, вплоть до Баларама Пурнимы. Баларама Пурниму будет последний день. И так это называется Джулана Лила, или Лила игры на качелях. Божества — это не просто идолы, это не просто изваяния. Есть два проявления Верховного Господа в этом мире. Первое, мы упомянули, это божество. Божество на санскрите ви-граха. Ви означает особый, граха означает проявление. И второе проявление — это святое имя. Это очень глубоко. Мы воспевали Хари Кришна Маха мантру. Да? Это не просто комбинация звуков. Это даже не просто мистическая комбинация звуков. Это сам Верховный Господь, сам Бхагаван. Это знают следующие трансценденталисты. Люди, которые посвятили всю свою жизнь бхакти, преданному служению. Почему? Потому что они повторяют Шуддханаму, чистое святое имя. Когда мы повторяем чистое святое имя, тогда немедленно трансцендентный облик Бхагавана предстает перед нами. Тогда немедленно мы воочию видим его. Не просто видим даже, как йог в медитации. Йог-мистик в медитации, он может увидеть параматму, он может увидеть сверхдушу. Но мы непосредственно общаемся и служим Кришне в соответствии со своей расой, в соответствии с тем видом взаимоотношений, который изначально заложен в сердце. Да? Это называется сварупа анубандхи. То есть у нас есть что-то в сердце, в том смысле, что есть потенциал, заложен потенциал, который должен войти в действие путем практики. Да? То есть потенциал взаимоотношений с Кришной. Сейчас у нас материальное тело из двух частей, грубое и тонкое. Грубое – это 5 материальных элементов. Самые тонкие – это эфир, потом воздух, вода, земля и огонь. И затем тонкое тело – ум, разум и ложное эго. И ложное эго – это первопричина нашего самоотождествления. Вот. Через ложное эго даже йоги-мистики очень трудно им перейти. Вот, но бхакта Кришны, очень легко преданный Кришна, очень легко переступает через ложное эго. Постепенно его эго становится истинным. Какое эго истинное? Это ее вечный слуга Кришны. Дживера сварупахой Кришнер нитьядас Кришнера татаста шакти бхеда бхеда пракаш. Шри Чайтанья сказал своему ученику, Шри Санатани Госвами, он сказал, предназначением живого существа является преданное служение. Это суть бхакти. Каждый из нас кому-то служит здесь. Но это служение или ограничено, или несовершенно, или оно в конце концов ведет к разочарованию. Отец может сказать о своем сыне, который вырос не таким, каким он хотел. Да, я сам это испытал. Мой папа не хотел, чтобы я таким был. Хотя сам он тоже сейчас более или менее на религиозной почве, скажем так, так или иначе. Вот, и поэтому разочарованный отец думает, что «О, мое служение оказалось все даром, все бессмысленно», да, потому что эта душа, она пошла каким-то другим путем, да, ну и так далее. Да.
Вы все знаете, что такое любовь юношей и девушек. Вы прошли через это, я думаю, в большей или меньшей степени. Вот. Идет к разочарованию, более или менее. Вот. Все эти песни о разбитой любви и так далее. Это материальная любовь. Да? Но мы говорим о духовной любви. Мы говорим о бхакти, о преданном служении. Мы говорим о реализации этого вечного дара, который есть у нас. Да? Потребность любви. Любовь принимает подлинный характер, когда это любовь к Абсолюту. Да. Sweet Absolute, сладостный Абсолют, как Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж сказал. Вот, мы говорим об этом, мы говорим о Бхакти. Сегодня очень особый день, Экадаши. По лунному календарю, индийскому календарю, каждый 11-й день Экадаши. Эка значит 1, Даши значит 10. В темную или в светлую половину месяца, этот 11-й день очень благоприятен для духовной практики. Почему? Потому что сам Хари, сам Верховный Господь, вошел в него. Это самое главное. Даже не самое главное, что мы постимся в этот день на злаковое. Ну, так как в этот день в злаковое, в бобовое, входит все разнообразие греховных реакций. Да? Вплоть, говорится, даже до убийства брахмана, убийства собственной матери. Самая ужасная реакция за греховную деятельность входит в эти дни в злаковые. Вот поэтому мы их избегаем. Но вместо этого, какая позитивная альтернатива? Мы воспеваем святые имена, мы прославляем Кришну, мы с большим усердием слушаем и воспеваем. Поэтому, когда мы воспеваем святое имя в день Экадаши, мы можем заметить, насколько иначе все идет. Я думаю, вы согласитесь со мной, да? Те преданные, которые, я знаю, все вы совершаете садхану хорошо, вот, и вы встаете рано, и в день Экадаши особенно, и в день Экадаши больше кругов на четках, в день Экадаши больше слушания харикатхи, больше чтения, больше внимания духовным вопросам. О, какой великий результат! Вы можете подумать, что вы все про духовное да про духовное, а работать кто будет? Как часто люди спрашивают. Дело в том, что наш процесс – это процесс работы. Бхакти означает работа. Шрила Бхактивиданта с вами, Прабхупад, своим ученикам говорил, в одном месте была очень интенсивная у них жизнь, они строили храм, да? Нужно было срочно построить храм. И он как раз приехал к ним в период строительства и в каком-то пандале, в каком-то шатре, пока храм не построен, он говорил. И он им говорил, you must work, devotional service means work. Вы должны трудиться. Преданное служение значит труд. Вот. Действительно, в нашей жизни бывает так, что мы откладываем четки даже на какое-то время, или там минимум кругов, и нужно срочно делать, заниматься служением, какой-то фестиваль, какая-то постройка храма, что-то требует всех усилий. Вот. Тогда мы можем воспевать святое имя без четок. Вот. Но тогда вся энергия идет на служение. Так вот, ответ на вопрос, что значит, как мы действуем в реальной жизни. То есть мы работаем, но работаем для Кришны. Человек обычно посвящает плоды своего труда кому-то, своей семье, в лучшем случае своему народу. Но со временем это не удовлетворяет его. Он видит, что его кармические результаты не осуществляются, как он хотел бы. Поэтому он начинает искать практического выхода выше, чем просто материя. Он начинает задаваться вопросом, что же такое абсолютная субстанция, что такое, как говорят они, брахман. Вот. Брахман, мы говорим, парабрахман, это Кришна. Брахман означает безличное сияние, на которое медитируют йоги, на которое медитируют мистики, и они хотят слиться с ним. Но мы, бхакты, преданные, мы всегда говорим, душа — это индивидуальное я. Всегда это личность. И Верховный Господь тоже личность. Вот. Поэтому мы всегда посвящаем наши усилия этим взаимоотношениям. Индивидуальной души со сверхдушой. А сверхдуша — это параматма в каждом теле. Параматма. Парам — значит сверх, атма — значит душа. Вот. Имперсоналисты — люди, которые стоят за безличное слияние с Господом. Они говорят, что атма и параматма сливаются. Душа и сверхдуша сливаются. Мы говорим, нет.
потому что мы не аморфны. Мы не как вода, мы скорее как попугай, который влетает в зеленое листво. Когда попугай влетает в зеленое листво, его можно заметить или присмотреться. С другой стороны, он не виден на фоне зеленой листвы. Сливается. Только если красный клюв торчит, тогда можно отличить. Вот. Факт тот, что попугай — это личность. Листва, листья — это тоже личности. Вот. Если камень бросить в воду, он не растворится. Камень — это камень, он минерал, он живое существо. Вода — тоже живое, масса живых существ. Река — это тоже живое существо, есть божество этой реки и так далее. То есть происходит личностное общение. Вот. Таким же образом мы никогда не утратим свое существование. Вот. Вкратце я описал вам, что такое бхакти. Бхакти-йога — наш процесс. Вот. Для наших новых друзей я сделал небольшое введение. Сегодня Акадыши, мы будем говорить на духовные темы. Вот. И сегодня это будет иметь гораздо больше эффект, примерно в 1000 раз больше, чем обычно. Вот. Коли я упомянул Экадыши, я хочу рассказать историю этого дня. Как Экадыши Деви проявилась в этом мире. Экадыши — это божество. Более того, это изначальный аспект шакти, то есть энергии Господа. Экадыши вышла из тела Господа Кришны, Вишну, иначе говоря. Давным-давно жил-был демон, звали его Мура. В этом мире порой покою мирных живых существ мешали демоны, великие демоны. Если вы смотрели Махабхарату, Рамаяну и похожие эпические фильмы индийские, вы могли заметить этих товарищей в шлемах и с усами, которые громко смеялись. Я всегда, знаете, я никогда не играл в вайшнавских спектаклях, к сожалению. Это моя трагедия. Но я бы очень хотел сыграть роль демона с усами, в шлеме, потрясающим кулаками, зубами, вот, и смеящимся. Извините, эхо включил. В общем, так. Вот. Да, так вот, жил такой демон, звали его Мура, и он наводил страх на всю Вселенную. Он получил благословение от Господа Шивы, что он будет непобедимым. Вот. Ни одно живое существо не может его победить. И так демон Мура наводил страх на всю Вселенную, громко сотрясая кулаками, зная, что у него нет противника, хохотал. Вот. Сегодня очень благоприятно эти все повествования слушать и даже хохотать для Кришны. Давайте хохотать для Кришны, когда это уместно, да? Вот, поэтому все полубоги, все великие повелители Вселенной взмолились Господу Вишну: пожалуйста, защити нас. Этот демонище наводит на нас ужас. Что же делать? Он завоевал райские планеты, он лишил нас наших постов. Все в мире перемешалось, все буквально горит и трясется, да? Так бывает, когда великий демон воцаряется, да? Сейчас правители — это по сравнению с ним просто демоночки. Да. У них, да, у них даже мистической силы нет ни одной. Они даже мысль не могут прочесть без помощи партийного экстрасенса. Вот. А этот демон, он умел все. И самое главное, он был непобедим. То есть никакое живое существо не могло победить даже, ну, может быть, Шива мог, но он благословен, он дал ему это благословение, вот. Но Господь Вишну — это не вовсе не живое существо, это трансцендентная личность. Поэтому полубоги взмолились ему, и Господь Вишну явился. Есть несколько вариантов этой истории, вот я то, что слышал, расскажу. Вот, я знаю, что есть другие варианты, но так или иначе Вишну вступил в схватку с этим Мурой, и Мура задействовал все свои мистические силы, задействовал все свои виды оружия против Вишну. Вот. Но никто не может победить Вишну, потому что у Вишну есть это Сударшина чакра, это высшее оружие. И Сударшиной он сносил голову многим демонам. Вот. И когда Мура, даже еще до ввода в действие Сударшина чакры, пришел к выводу, что это личность, которую я не могу одолеть, он в страхе бежал с поля боя. Это вариант из одной Пураны. Да, он убежал с поля боя. Трус. Бежать с поля боя для кшатрия, для воина — это позор, это хуже смерти. Поэтому никогда не допускалось это по законам воинского искусства. Поэтому Господь Вишну только рукой махнул и пошел в пещеру, чтобы отдохнуть.
Так он погрузился в божественный отдых. И демон знал, что Вишну скрылся в пещере. Демоны, они знают, что Вишну очень могущественный, но они не понимают его положения. Они думают, помните, кто же так думал, по-моему? А, да, Хираньякашипу, что он думал, что Вишну трус! И поэтому он спрятался в сердце каждого живого существа. Он укрылся от меня. Он думает, что если он введет свое разнообразие в действие, то он сможет избежать моей кары. Не тут-то было. Вот. Но в этом случае демон тоже знал, что Вишну укрылся не потому, что укрылся, отправился в пещеру, чтобы отдохнуть. И он, крадучись, подошел к пещере и, войдя в пещеру, заметил, что Господь Вишну отдыхает. Поэтому он занес свой меч, желая срубить ему голову. Но тут же из тела Господа Вишну вышла сияющая, очаровательная, могущественная, воинственная дева. Вот. Это была его энергия. И немедленно она снесла голову этому демону, дева-воительница. Да? И от шума Господь Вишну восстал ото сна. Конечно, он знал, что происходит, но он разыграл роль, что он не знает. И он спросил: «О, дева, кто ты такая? Откуда ты взялась?» И она сказала: «Я вышла из твоего тела. Поэтому мой долг защищать тебя. О, прекрасная дева, я так благодарен тебе. Проси, чего хочешь». «Хорошо. Я желаю быть знаменитой в этом мире так же, как ты сам». «Татасту». «Да будет так», — сказал Вишну. «Ты будешь известна во всем мире так же, как я, и ты получишь особый день, в который войду я сама. Этот день будет именоваться Экадаши, 11-й день восходящей и уходящей луны, а тебя я тоже назову Экадаши Деви». Вот поэтому наш Гурудев говорит, этот день не просто день, это сам Кришна. Да? Скоро мы будем отмечать два больших праздника, один знаменитее другого. 21 числа в среду, это день явления Господа Баларамы, Баларама Пурнима. Баларама – это первая экспансия Кришны. И, наконец, 28-го, тоже в среду, будет Джанмаштами, день явления Кришны, также национальный праздник Индии. И мы выйдем с шествием Харинама Санкиртаны в 12 часов, в течение 2 часов. Вот. Я что хочу сказать, что вот эти дни прихода Господа, там, Кришны, Баларамы, Рамачандры и так далее, он входит сам в эти дни. Но что касается Экадаши, он тоже входит в эти дни. Да? Но наш Гурудев сказал одну интересную вещь, я не знаю, слышали вы или нет, что Экадаши даже более важно, чем Джанмаштами. Почему? Потому что это Шакти Господа. Шакти означает Шримати Радика в конечном итоге, да, вот эта девушка рядом с Кришной, да. Поэтому Господь, то, что Он сам приходит в этот мир, это очень важно, но то, что Его Шакти приходит, это тоже очень важно, да. Поэтому с этой стороны день Радхаштами для нас даже важнее, чем Джанмаштами порой, знаете. То же самое, да, день Радхаштами, 13 сентября, день прихода Шримати Радики, то же самое Экадаши, знаете как. С точки зрения бхакти этот день очень-очень важен для нас, потому что мы можем обрести бхакти очень быстро. Так вот, наша цель — обрести преданное служение. Да? Часто люди не удовлетворены жизнью, они начинают искать. Вот эти ищущие люди, мы с ними всеми дружим, да? Потому что они открыты, они не материалисты. Да? Это очень важно, потому что человек не создан для материализма на самом деле, знаете как. Вот. Поэтому в обществе существует система, в индийском обществе, варнашрама, 4 социальных класса, 4 духовных класса. Вот. Но мы немножко прибавляем, мы говорим дайви варнашрама, то есть духовная варнашрама. Все, что происходит в обществе, происходит согласно социальным укладам, способностям, желаниям человека. Вот. Но в целом все предназначено для дайви, то есть для божественной цели.
Вот, поэтому, что бы человек ни делал, если он просто будет воспевать святое имя, это свяжет его с Кришной. Может быть, кем угодно, может быть, политиком, может быть, плотником, может быть, кормящей матерью, кем угодно, ребенком, даже собакой. Но особенности человеческое тело, да? Все, что мы делаем, мы связываем с Кришной. Поэтому мы просим каждого, пожалуйста, воспевайте хотя бы один или два круга Хари Кришна Махамантры. Ваша жизнь будет совершенно другая. Даже с материальной точки зрения человек станет гораздо более привлекательным для других. Да? Когда я был в миру, да, вот до всех этих вещей, я учил английскому частно, да? Я сам родом из Литвы, вот, репетитором был, и просто, ну, как сказать, мне не нужно было прикладывать даже усилия, потому что как-то сам становишься привлекательным для людей, тебя просто рекомендуют дальше, и все. Вот так, я фактически не рекламировался, вот, и хорошо, не засвечивался. Вот, но в том смысле, я хочу сказать, что вторичное, как сказать, дополнительное действие Хари Кришна Махамантры, да, и процесса бхакти, что мы, становимся привлекательными для людей, а это значит успешными в жизни, и, б, нам все начинает удаваться в жизни. Нам все начинает удаваться в жизни. Это практически. Я сам испытал, и я думаю, вы со мной согласитесь. Вот. Конечно, Кришна очень милостив в том смысле, что он отнимает материальные привязанности. Он этим известен, в отличие от Шивы, который все дает, что хочешь. Вот. Но Кришна искреннему преданному, он упрощает путь, убирая с его пути все неблагоприятное, все, что ему мешает на самом деле, путем того, что он делает его лишенным каких-то материальных средств. Вот. Сперва это немного как шокотерапия. Но затем понимаешь, что это на самом деле большое благословение. Почему тогда спрашивается царица Кунти, тетушка Кришны, да? Она, когда провожала его, да, возносила молитвы, она сказала: «О, Кришна, пожалуйста, пошли нам ненастье, пошли нам какие-то трудности». Почему? Потому что тогда мы будем с большей легкостью вспоминать тебя, помнить о тебе, да. Поэтому я не уверен, что у каждого из вас сразу же пошли материальные трудности, безденежье, нищета, там все такое. Я не уверен. Я думаю, сперва вы стали замечать, что люди к вам меняются, что они лучше к вам относятся в целом. Вот. Хотя, конечно, не все люди признают божественное начало и что-то на первом месте. Вот. Что я хочу сказать? В день Экадаши все, что мы делаем, любой элемент бхакти, который мы делаем, главным образом воспевание святого имени, принесет необычное благо. Такое благо, которое в тысячи раз превозмогает благо, которое приносит бхакти в любой другой день. В любой другой день. Поэтому этот особый день мы особо акцентируем. Есть одна песня, ее написал Шрила Бхактивинод Такур, и мы ее сегодня забыли спеть. Я думаю, мы сейчас ее споем перед тем, как начнем вторую часть лекции. Она называется «Шуддха Бхаката Чарана Рену». «Шуддха Бхаката Чарана Рену». Да. Значит, в черных, я могу сказать, остается 124 в старых, 274 в черных. И в синих новых, пожалуйста, скажите в английских. Вот что поет Шрила Бхактивинод Такур в этой песне. 274. Пыль с лотосных стоп чистых преданных благоприятствует баджану, духовной жизни, а служение вайшнавам – высшее совершенство и корень нежного ростка божественной любви. Я по всем правилам соблюдаю святые дни, такие как Экадаши и Джанмаштами, ибо они – мать преданности. Эти дни – сам Кришна, и, почитая их, можно легко достичь его. Посещая же места лил Кришны, можно получить его благословение. Вместе с дорогими преданными Господа я обойду все места, которых коснулись лотосные стопы Гауранги Махапрабху. При звуках мриданги меня охватывает ликование, а во время киртана, прославляющей Махапрабху, сердце начинает танцевать. Созерцая мурти или божества, божественные читы, Рады и Кришны, я чувствую бесконечное блаженство. Вот у нас фотография божеств наших. Вот это вот в центре божества в храме Дели, в Джанакпуре. Рада Раман Бихари. Да.
Так, 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 блаженство. Почитая их просад, то есть множество разновидностей пищи, которые им предложены, я освобождаюсь из-под власти материальной природы. Когда в моем доме поклоняются Радхе и Кришне, он тут же превращается для меня в Голоку Вриндавана. А когда я принимаю Чаранамриту Божеств, то вижу священные воды Ганги, стекающие с лотосных стоп Господа, и мое счастье не знает границ. Когда я вижу Туласи, мое сердце успокаивается, ибо я знаю, что она приносит радость Мадаве, Господу Мадаве. А когда я ем шак или зелень, 22 разновидности, которые так любил Шри Чайтанья, я чувствую, что достиг успеха в жизни. С огромной радостью Бхактивинода изо дня в день принимает все, что благоприятствует Кришна Бхаджану. Так, кто-то, может, хочет спеть? Давайте я спою. Так, сейчас микрофон настрою. Окей, приготовились? Я не знаю, сможете ли вы подобрать. Мне нужны вообще-то каратавы. Не знаю, так, а ты возьми еще, где-то много их. Да, да. А что-то надо еще одну. Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Yanukula Shuddha
Значит, мы в день Экадыши больше внимания уделяем всему этому, что описано в этой песне. Пыль с лотосных стоп чистых преданных благоприятствует Бхаджану. Мы должны знать об одном, что... Окно закройте. Просто окно это закройте. Спасибо, да, окей. Хорошо. Мы должны знать одно, что прогресс в бхакти, прогресс в преданном служении целиком и полностью зависит от саду санги, которую мы принимаем. Прогресс в бхакти целиком и полностью зависит от саду санги, которую мы принимаем. То есть от общения с чистыми преданными зависит наш прогресс. Иногда мы встречаем преданных, которые долгие годы практикуют, долгие годы читают, долгие годы участвуют в каких-то местных лекциях, но они пренебрегают возвышенной саду сангой. Они пренебрегают общению с возвышенными вайшнавами. Поэтому, строго говоря, бхакти не идет в гору при таких обстоятельствах. Поэтому мы все должны отдать за саду сангу. Я всегда вспоминаю, в особенности в такие дни, как Экадыши, это высказывание Шивы Гурудева на одной утренней прогулке в 2007 году в Германии, которое для меня, это высказывание, стало как путеводной звездой, особенно сейчас, когда мы в бхаджане, в разлуке, да, когда мы в разлуке со Шивой Гурудевом. Наш Гурудев, Шри Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, вы увидите на изображении внизу на белом фоне. Вот, он был с нами 90 лет на этой земле. В конце 2010 года он ушел в духовный мир, вернулся в духовный мир. Поэтому сейчас мы в условиях бхаджана в разлуке. Что же нам делать? Как развиваться дальше? Гурудев сказал на этом даршане: не думайте, о, скоро Махарадж уйдет, и что мы должны делать? О, наверное, мы должны создать что-то свое, чтобы нам жить спокойно и счастливо. Гурудев сказал: не думайте. Don't think. Не думайте так. Думайте только об одном. Как отыскать саду сангу? Как обрести шудда бхакти? Это очень особая тема саду санга. Ей нужно посвящать целые лекции. Может быть, не одну. Вот. Но факт то, что Гурудев сказал нам: думайте только об этих двух вещах. Как обрести саду сангу?
Как обрести Шудда Бхакти в этой саду Санги? Вот и все. Поэтому в день Акадыши мы молимся, как обрести пыль со стоп чистых преданных. Шрила Гурудев приезжал в наши страны, и многие преданные, которые не могли отправиться в Индию, могли принимать пыль с его лотосных стоп. Они прикладывались к стопам Гурудева, и он клал им руку на голову, он брал их за плечо, он очень по-разному прикасался к ним. Иногда вот так, иногда вот так, вот так. Гурудев, я помню, меня вот так вот сделал, держал какое-то время. Когда машина с Гурудевом отправлялась, преданные долго-долго не могли в буквальном смысле отлипнуть от стекла. И Гурудев давал им руку вот так, и они все к ней прикасались вот так вот. Это садусанга. Что означает садусанга? Это не значит просто быть с саду рядом. Комар тоже рядом с саду. Очень вкусная кровь, понимаете, высшего качества. Вот. Поэтому саду такой сладкий. Разумеется, комар думает, у него очень сладкая кровь. Тоже. Вот. Но это не та цель. Не та цель, которую должен иметь искренний ищущий, да, или ученик тем более. Вот. Поэтому мы не просто сидим рядом с саду, мы не просто фотографируем его, мы не просто задаем вопросы из праздного любопытства. Мы желаем обрести бхакти. А это означает, мы его слушаем, задаем уместные вопросы и потом действуем согласно услышанному. Это называется принять его милость. Если гуру что-то говорит нам, да, какое-то наставление, и потом мы посвящаем этому наставлению всю жизнь, тогда это садусанга. Потому что садусанга означает действовать согласно услышанному. Действовать согласно услышанному. Вот. Это высшее совершенство, продолжает Бхактивинод Такур, и корень нежного ростка божественной любви. Также мы по всем правилам соблюдаем эти праздники Джанмаштами, Экадаши. Да? Фактически в дни прихода Вишну Аватар, да? Рамачандры, Варахи Ваманы и так далее, что говорит Господь Чайтанья, Кришна, Рама, мы соблюдаем Экадашный пост, это очень важно. Это называется по всем правилам. То есть Экадаши мы соблюдаем по всем правилам, мы воздерживаемся от зернобобовых. Мы говорили, почему? Потому что огромное количество греховных реакций входит в эти дни, в зернобобовые. Гурудев даже говорил нам, даже с медицинской точки зрения, очень серьезные бактерии входят в эти дни, в зернобобовые. Да? И в больницах поэтому много людей умирают в дни Экадаши, потому что их кормят злаковыми. В больницах люди очень слабеют перед приближением полнолуния. А вот этот Экадаш, который предшествует полнолунию, он, помимо того, что Луна действует, вообще Луна действует так, что она высасывает воду, да, вот прилив, отлив на этом основан. Также из организма Луна высасывает воду. А при этом, помимо того, что Луна обезвоживает, еще злаковые, если есть, злаковые действуют как губка. Они впитывают эту воду, и происходит обезвоживание. И это причина преждевременного старения, смерти, всех этих вещей. Очень неблагоприятно, понимаете, даже с этой точки зрения. Вот, поэтому это, конечно, вторично, но это очень важно. Вот. И затем мы сможем также обрести бхакти в день Экадаши. Вот почему мы соблюдаем. Это мать преданности. Это мать преданности. Эти дни сам Кришна, почитая их, можно легко достичь его. В эти дни мы также посещаем места игр Кришны. Места игр Кришны, да? Что же нам делать, если мы живем в Армении и до Индии? Ну, по крайней мере, нужно перелететь через Гималаи, чтобы оказаться в Индии. Вот. Поэтому как же нам быть? О, в таком случае нам поможет видео, аудио, да, воспоминания о наших паломничествах. Да? Вот. Конечно, физическое общение – это самое важное. Вот. Сейчас мы транслируем, допустим, но это не так, как физическое общение. Вот. Поэтому, побывав в тех местах и засняв, допустим, видео, да, или аудио, мы сможем вернуться к этому. Вот. Но это все равно только механический звук. Только механический звук. Наш Гурудев отнимал у всех диктофоны и говорил, black box will cheat you. Черный ящик вас обманет. Вот. Я помню, был один даршам Гурудева. Я только-только пришел. Это конец 99-го года в Матхуре. В третьем этаже, это как полукрыша, возле комнаты Гурудев выходил. Часто Гурудев, каждый день он выходил, давал даршан в 4 часа, в 4:30. Преданные собирались.
А в тот день это был даршан после парикрамы, после большого вот этого месяца картика. Все приходили к Гуру Деву и просили благословений, давали подарки. Вот. И я вспомню это полностью для вас. И у меня очень дорог этот даршан, потому что он был практически мой такой первый, один из первых больших даршанов. И преданные Гуру Деву подходят, вот, а одновременно Бриджабаси, то есть жители Матхуры, ну так как это была Матхура, подходят к Гуру Деву и несут ему там, он вот так вот просто держит руку с купюрами, ему дают эти купюры одна за другой. Я увидел его, я был потрясен, насколько он не привязан. То есть мы говорим теоретически, да, и они есть это тело и так далее. А Гуру Дев, он был настолько не привязан, то есть он никогда не отождествлял себя с ролью получателя, да? Никогда. Он все отдавал Кришне сразу же. Вот. Поэтому, как Прабхупада сказал, да, Бхактивиданта с вами, вы можете дать мне миллионы долларов, я их истрачу для Кришны. Сразу же. Вот. Поэтому он, мы говорим, я не есть это тело. Он даже не подумал ни разу, что это моя рука, понимаете? Это вообще, то есть он полностью отрешен. Ему дают, приходят там, детей на благословение несут, там кто-то там 100 рупий, кто-то 500 рупий кладет ему, понимаете, я говорю, да, совершенно не. И вместе с тем он их спрашивает, как твои дела, как твое здоровье. Как, казалось бы, простые вопросы задают простым людям, как твоя жена, как твоя корова, вот все это, да, как там твоего, как уже дочь выдал замуж и так далее. Такие вопросы. И одновременно преданные, с другой стороны, задают философские вопросы, то есть Бриджабаси, они там не про философию пришли поговорить, а про жизнь, вот, жители, вот. А преданные там, они философы все, понимаете, они задают вопросы о том, как нам там, согласно Сиддханте, да, достичь Кришны и так далее, вот. И он то с простыми говорит, то с преданными, ну, имеется в виду, с западными, то с жителями Матхуры, вот. И кто-то задает очень сложный вопрос, и Гуру Дев начинает объяснять, и так он краем глаза видит. Один преданный с одной стороны сидит, диктофон держит, еще кассетный тогда, диктофон держит, и другая преданная тоже с другой стороны сидит и тоже диктофон держит и слушает. Он так, один диктофон так, хватит себе под руку так что. Вот. Black box will cheat you. Черный ящик тебя обманет. Что ты будешь с ним делать, с этим ящиком и с этой записью? Так говорит, 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 отвечает на сложные вопросы, так замечает второй диктофон, так хватит себе, вот второй бок. Вот так и продолжает, значит. Вот, и потом кончается этот даршан, Гуру Дев уже ответил на все вопросы, но на один вопрос не кончил отвечать. И он вот так идет, и на этот вопрос кончает отвечать, сложный философский вопрос. А вот этот диктофон в руке так держит, знаете, жестикулирует им. Значит, на, машинка, получай ответ на сложный вопрос. И потом так эту машинку ему в конце, на тебе, а второй, по-моему, так и не отдал. Вот. Вот так нас Гуру Дев научил, что black box will cheat you, что черный ящик вас обманет. Вот. Поэтому он просил нас всегда открывать не только уши, но и сердце. Была такая притча. Жили-были три продавца. И продавали один и тот же товар, куклы. Вот. Одна кукла стоила 5 рупий. Очень дешевая, почему никто не мог понять. Вторая кукла такая же, стоила 50 рупий. Все не могли понять, почему. Одинаково выглядит и стоит в 10 раз больше. А третья кукла также выглядит, но стоит 500 рупий. В чем разница? Вроде материал тот же самый. И люди начали спрашивать, почему у тебя одинаковые куклы стоят разные цены. Он сказал, вот посмотрите, я сейчас открою их головы, как они устроены. Вот, он открыл. Повернул ключик, открыл корпус этих кукол, и у одной сквозное отверстие от одного уха до другого. 5 рупий цена, ничего не слышит, все в другое ухо. Вообще нет. Вообще нет. Есть разные варианты. Вообще нет, я не слышал, это модификация. Вот, я слышал, что сквозное отверстие, то есть проходит. Сквозное, там солома. Солома. Да, да, да. Вторая кукла, у нее есть путь к сердцу, но он заклинен, вот, то есть там не доходит. 50 рупий, ладно, можно проделать самому, вот, сделай сам. И третья кукла, у нее полная связь с сердцем, то есть то, что она слышит, даже блокирован выход через второе ухо, сразу поступает в сердце, 500 рупий. Вот, поэтому мораль всей басни такова, нужно стать этой куклой номер 3.
500 рупий. Да, 500 рупий, вот, и больше. Чем больше, тем лучше. Вот, что то, что ты слышишь, всегда заходит в сердце, всегда заходит в сердце. Вот, мы, те, кто были во Вриндаване, всегда вспоминаем те места, которые посетили. Причем не просто места вспоминаем, то есть не просто экскурсия, как обычно, да? Не просто мирские впечатления, а ту хари-катху, то есть те повествования о Кришне, которые мы слышали на местах игр Кришны от преданных, которые чистые преданные Кришны. Это сочетание трех факторов – чистые преданные, места игр Кришны и хари-катха – идеальное сочетание. Это идеальный треугольник. Я вспоминаю, как… Ой, у меня так полились воспоминания, говорю, да, я сегодня… Я вспоминаю, как в 99-м году, когда я только присоединился к парикраме, я, по сути, еще даже не был инициирован. До моей харинам инициации было, наверное, день или два. Но это был последний автобусный день, если вы помните, когда мы посещаем Чаран Пахари, места, где Кришна оставил свои отпечатки. Расплавились огромные глыбы камней, но там такое как бы сгорье, невысокое. Вот, но когда Кришна заиграл на флейте, тогда подвижные объекты стали неподвижными, а неподвижные стали подвижными. Каждая личность поменяла свою природу, но прямо противоположно. Поэтому камни расплавились, а все, кто стояли на камнях, животные, там, и коровы, и верблюды были, и павлины, все застыли, как вкопанные. Поэтому отпечатались их отпечатки стоп на камнях. И они остались до сих пор. Вот. Когда мы приходим туда, в общество чистого саду, мы получаем духовную реальность. Вот. Иногда преданные приходят на эти места и, знаете, как по инерции, раньше по музеям ходили, да, и спрашивали, простите, а это оригинал или копия? Какого века? Ага, такого-то века. Очень приятно. Вот. Мы туда приходим и думаем, а может это какой-нибудь шутник выдолбил, да, чтобы деньги брать за то, что прикасается. Там это стопа Кришны, да, может кто-то и выдолбил. Мы думаем, это оригинал это или копия, понимаете? То есть мышление еще то. На самом деле все, чего касались стопы Кришны, это духовная реальность, трансцендентная реальность. Вот, поэтому здесь, и Шрила Гурудев сказал нам, когда мы пришли на Чарана Пахари, он сказал нам, Нарада Муни, дал особое благословение всем, да, он получил это благословение от Кришны и передал другим, что каждый, кто посещает святые места в обществе возвышенных преданных, расика вайшнавов, те, кто прониклись настроением Враджа Вриндавана, тот, кто посещает эти места и прикасается к этой пыли и слушает эту харикатху, неизбежно, очень скоро он обретет прему. Поэтому Гурудев нас обвел вот так вот. Понимаете, я еще инициированный был, 2 дня до инициации. Гурудев нас обвел вот так и сказал, поэтому не сомневайтесь, все вы очень скоро обретете прему. И повторил еще раз, не сомневайтесь, очень скоро все вы обретете прему. Все только так, джай, Гурудев, Харибол, понимаете, это было так, это все были так радостны, я так подумал, вот это да, ничего себе, разве такое бывает? Ведь 10 лет до этого повторял святое имя, да, но я не был в этой санге. Сейчас я пришел в эту сангу, и тут такого рода преданный, такого уровня говорит, очень скоро вы все обретете прему на святом месте, да. Поэтому мы помним в день Экадыши эти события вместе с дорогими преданными Господа. Я обойду все места, которых коснулись лотосные стопы, Гауранги Махапрабху. При звуках мриданги тум-тум-пум-пум. Меня охватывает ликование, а во время киртаны, прославляющей Махапрабху, сердце начинает танцевать. Настоящий киртан. Я помню Навадвипу Парикраму. Когда еще Шрила Бхактивиданта Вамана Махарадж, Шрила Бхактивиданта Тривикрама Махарадж были на земле. Вот. Первая моя Навадвипа Парикрама была довольно поздно, в 2003-м. Мы тогда получали даршан Шрилы Вамана Махараджа. Вот. Но он уже был как в самадхи, то есть он не разговаривал, он постоянно был погружен. Мы через стекло получали его даршан. Твой непосредственный Парам Гурудев, да, гуру твоего гуру. Вот. А мы получали даршан через стекло. И он лежал, и он показывал некие мудры. Вот. То есть он был во внутреннем состоянии. И мы посещали эти места, эти киртании старшего поколения, да, которые с Гурудевом были, его духовные братья, Канайлал Прабху,
старший тот Саду Махарадж, старший Саду Махарадж, Вайшнава Махарадж, еще несколько имен, они пели киртаны. Это было что-то. То есть я не знаю, я писал все на диктофон, у меня лились слезы, как у ребенка, понимаете. Толпа просто ликовала, бенгальские старушки все время. Это было просто, понимаете, у Шрилы Бхактивинода Такура, у Самадхи он спел Бимала Вайшнава, понимаете, Канайлал Прабу. О нем Гурудев говорил, о, у этого Вайшнава, у него самая глубокая бхава, он говорил, самая глубокая бхава, самое глубокое чувство при пении, да. И причем это манера пения, он начинает петь, потом идет ритм, он произносит речитатив, причем такой импровизационный речитатив, то есть он проповедует, по сути, он говорит. Вот, о том, о сюжете этого баджана, о том, кто такой вайшнав и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и потом опять начинает следующий куплет. Это было просто, ну, это был экстаз, действительно экстаз. Несмотря на толпу в 10-15 тысяч человек, бенгальцы в основном, которые деревнями, грузовиками приезжали на парикраму, это было, конечно, потрясающе. Вот. Вот, я просто, то, что я вспоминаю, когда я пою этот баджан, я хочу поделиться. Вот. Созерцая мурти божественной читы, я чувствую бесконечное блаженство божества. Не нужно думать, что если у нас нет инсталлированных божеств, а есть только их изображения, то это меньше. Нет, не меньше. Скорее, есть, конечно, какой-то недостаток. То есть их не, можно не будить там, и так далее, можно не занавешивать и так далее. Вот, но чувства, когда мы смотрим на них, абсолютно тоже. И преданный, который хочет заниматься арчиной, он очень досадует. Потому что, о, я не могу их пробуждать, я не могу их наряжать. Иногда преданные берут божества и какое-то время поклоняются, а потом ставят в шкаф. Вот это серьезная аппаратха. Поэтому оскорбление. Да, наш Гурудев говорил, он не, очень редко вообще кому-либо позволял поклоняться Гирираджу, да, например, ну, Говардану, камню с Говардану, или Шалаграма, Шиле, да. Это камень, черный камень, который находит в реке Гандаки, сейчас на территории Непала. Вот. Но это не отлично от божества Кришны. Вот. Недавно у меня был один эпизод. Преданные какое-то время поклонялись в большой организации, да, божествам, а потом пришли к Гурудеву и поставили их в шкаф. А они не инсталлированные, зачем поклоняться? Вот, я спросил этого вайшнава, и потом ответ передал, что это все равно, что поиграл в куклы и оставил. Зачем тогда брать божества? Это очень серьезно, это очень серьезно. Здесь, вот. Нет, а? Здесь нет такой опасности, да. Или, допустим, преданные поклоняются там кому-то, скажем, божествам из другой сампрадаи, да, допустим. Ну, там Лакшминарайане особо не поклоняются, но там Ладу Гопал очень популярен, да, там для детишек берут, там Гопальчик, там все такое. Вот, да, вот. И иногда серьезные преданные говорят, зачем Гопал, это не наша сампрадая, там, не наша вера. Вот, мне очень понравилось, как твой Гурудев сказал, Ман Махарадж. Он ответил, говорит, слава Богу, что кому-то вообще поклоняются, говорит, хорошо, что вообще кому-то поклоняются, оставь их в покое, понимаешь? Хорошо, что вообще кому-то поклоняются, вот так, поэтому, вот. То есть, потом уже появится бхава, потом будет ясно, что это Рада и Кришна, и что Махапрабху не отличен от Рады и Кришны. А еще мне приходилось переводить для Гурудева письма, где преданные приносили божества Гаура Нитай, да, из Искон, ну так, потому что там часто поклоняются Гаура Нитянанди, Чайтанья Нитянанди. Вот, но это как бы Кришна Баларам, правильно? А мы же должны просто Махапрабху и Рады и Кришне поклоняться. Как тогда смотреть на Гаура Нитянанду? Вот, а там преданные, ученые преданные из их санка, они говорили, зачем ты поклоняешься Гауру Нитай, надо Рады Кришне поклоняться. Там. Вот, поэтому сразу вопрос Гурудева, я переводчик, как всегда, да, я пишу, и Гурудев отвечает, думай о Гауре Нитянанде, как о Рады Кришне, это Махапрабху, и Ананга Манджари. Ананга Манджари, это младшая сестра Шримати Радыки, это Баладев Прабху, служит в Мадхури Расе, извините, немножко термины идут. Но я хочу что-то им тоже объяснить. Вот, то есть в настроении любви возлюбленных Баларама, он брат Кришны, да? Но он тоже может служить как в настроении возлюбленных. То есть такая младшая сестра Шримати Радыки Ананга Манджари проявляется. Вот. Поэтому думай так, с точки зрения Мадхури Расы, но когда-нибудь ты поймешь. То есть не сейчас. Вот, это как ребенку дают костюм на вырост, знаете?
Тогда в седьмом классе будешь носить. Сейчас второй, третий, окей, повисит в шкафу. Нафталином намажем. Вот. Так же и здесь. Поклоняйся, пока не поймешь, что делаешь. Вот так вот. Вот. Ну, то есть, так мы вспоминаем о наших божествах. Да? Ну, поэтому пуджари, понимаете, преданные годами поклоняются божествам, да. Был такой великий ачарья Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж, да. Сколько внимания уделял Арчане, очень большое внимание Арчане, да. Или наш Мадхусудан Махарадж, да. Сколько лет, 20 лет он был пуджари Кришна Баларам Мандире, да. Вот, какое чувство. И чтобы хоть один раз он опоздал на арати и так далее, и так далее. Никогда такого не было. Вот. Просто невозможно. Просто невозможно. Пуджари лучше умрет, чем опоздает на арати, понимаете? Это мышление пуджари. Вот. Я вспоминаю, как один мой друг из Польши, он получил, то есть Гурудев инсталлировал ему божества. Причем инсталлировал так интересно, что это не была группа, он ему лично инсталлировал божества Рады и Кришны. Да? И он сказал ему, благословение дал, теперь стань пуджари. Стань пуджари. Это означает, стань настоящим преданным. Потому что если ты достигаешь совершенства арчаны, что это такое? Это значит, ты пробуждаешь духовное тело, значит, чистым преданным становишься. Помните в Бхаджанарахасе, в введении человека, Бхактисиддханта Сарасвати, разницу между арчаной и бхаджаной сказал, да? То есть арчан — это когда мы, я хочу объяснить эти термины, когда мы поклоняемся божествам, да, мы предлагаем материальные составляющие, мы предлагаем светильник, мы предлагаем, сегодня мы немножко пуджу сделаем в конце, предлагаем параферное, это самое, апахала, чамар, да? Вот. Но преданный, который на более высоком уровне, он в своем духовном теле служит. Он может предлагать физические элементы тоже, да. Вот, он может просто сидеть под деревом, медитировать. На самом деле он с Кришной в его лилах, понимаете как, в духовном теле. Это совершенный, преданный. Вот, поэтому, когда мы достигнем совершенства арчана, это будет баджан. Да. И на том уровне уже будет все равно, что мы будем делать. Мы можем повторять святое имя. Чистые мы можем... Да, да. Или печатать, распространять книги, или сидеть за рулем, или говорить с жителями деревни там, про быт, про коров, там, про жену там, и так далее. Это все в духовном теле происходит. Поэтому говорится, если саду есть, да, чистый, преданный, который в духовном теле, просто будь рядом с ним. Просто будь. Он может говорить на материальное тело, тема. Он может говорить с жителями деревни. Он может спрашивать, сколько ты зарабатываешь. Он может так далее. Просто сиди. Тогда вот эти вот, как корпускулы, да, как у солнечного света, это према, да, тогда войдут тебе в сердце. Просто иди и общайся, да. Это очень глубокая тема. Вот. Так. Когда в моем доме поклоняются Раде и Кришне, продолжает Бхактивинод, он тут же превращается для меня в Голока Вриндавана. Да, мы должны видеть так. Здесь Туласи, прекрасная Туласи во дворе, здесь божества, здесь вриндаванские божества. Вот. Это Голока Вриндавана, это Голока Вриндавана, вовсе не материальное место. Поэтому наш Гурудев был в массе мест, да, в той же Москве, допустим, да, за годы проповеди. Вот. Это все святые места, все святые тирхи, мы можем посещать святые места. В 2000 году наш Гурудев дал публичную программу в Москве в кинотеатре Баку. А в 2001 году в театре «Мимики и жесты». Поэтому Шри кинотеатр Баку Ки-Джай, Шри театр «Мимики и жесты» Ки-Джай. Мы приходим с таким сознанием. Это святая Тиртха отныне. Гурудев вступил там своей стопой. Поэтому мы посещаем. Знаете как? Все, к чему прикасается чистый преданный, становится одухотворенным. Вот. Поэтому мы очень любили, когда Гурудев уезжал с какого-то фестиваля, заходить в его комнату и просто сидеть. Повторять харинам, когда он только-только вот мы проводили его на машине, преданные, которые, знаете, ухищренные, сразу прибегали в эту комнату и садились и просто медитировали. У меня было такое впечатление, в 2003 году должен был быть фестиваль в Москве, но он был отменен. Поэтому срочно переиграли, и берлинские брахмачари организовали фестиваль там, в Берлине. Вот. И мы, ну что, литовцам все равно, что Москва, что Берлин, только в Берлин виза не нужна. Поэтому поехали в Берлин, и после фестиваля мы зашли в эту комнату. То есть я помню, как остался там один, это было просто потрясающе. Это была комната в одном частном доме преданного, но это было потрясающе. Это был Сева Кунж,
Это ничем не отличалось вот от алтаря Севакунджи. Шьямарандиди получила от Гурудева указание, а теперь нарисуй мое сердце. И Гурудев нарисовал. Вот. А когда я принимаю чаранамриту, воду, которая мыта божества, то вижу священные воды Ганги, стекающие с лотых стоп Господа, и мое счастье не знает границ. Когда я вижу туласи, то растение, которое вы видите во дворе, это не просто растение, которое в ботанике называется базилик святой. Нет, это Вринда, трансцендентная богиня, которая заведует всеми играми Кришны во Вриндаване. Поэтому лес Вриндавана называется Вриндаван, то есть лес Вринды. Вринда, Иван — это лес. Да. Когда я вижу, принимаю чаранамриту божество, вижу священные воды Ганги, стекающие с лотосных стоп Господа. А мое счастье не знает границ. Когда я вижу туласи, мое сердце успокаивается, ибо знаю, что она приносит радость Господу Мадхаве. У нас может быть много беспокойств в жизни, на работе, там, еще что-то там, мало ли какие проблемы. Но мы видим туласи. Туласи Кришна Прияси Намо Намо Радха Кришна Сева Пабо Хей Абиласи Намо Намо Туласи Кришна Прияси Намо Намо. Сразу мы успокаиваемся, потому что знаем, она приносит радость Радхе Кришне, а это главное, понимаете? Поэтому если жизнь тебя обманет, говорится, не горюй. Потому что Радха и Кришна здесь. Потому что здесь туласи. А когда я ем шак, сейчас в этот месяц пост на зелень. Но с 21 дня, с 22 числа после Баларама Пурнимы мы устроим шаковый пир, я надеюсь. По крайней мере, щавелевый. Вот, и будем думать о том, как Махапрабху любил это блюдо. Вот, я чувствую, что достиг успеха в жизни. Так, Сила Бхактивинода Такур изо дня в день принимает все благоприятное для бхакти. Сила Бхактивинода Такур ки. Мы вообще-то вчера начали читать замечательную книгу под названием «Према Виварта» Шри Джагадананды Пандита, личного спутника Шри Чайтани Махапрабху. Мы можем 20 минут почитать. Но сейчас, может быть, у наших новых друзей есть какие-то вопросы. Я очень так чувствительно отношусь. Может быть, они уже утомились или есть какие-то вопросы? Нет? Вопросы есть, но не утомились. Хорошо. Спасибо. Тогда, если по тому, что мы уже рассказали, есть какие-то вопросы, вы можете задать. И в конце мы чуть-чуть почитаем прямо Виварту. Да? Я не забыл, я не спросил, как вас звать. Артур. Артур, очень приятно. Ага. И вас? Анна, очень приятно. Ага. Лилит я уже знаю. Да. То, что касается злаков, то, что вы сказали, да. А что рекомендуется? Значит, мы вам дадим в конце правила Экадаши, у нас есть на листочках. Но, в принципе, мы едим все фрукты, все молоко, все орехи. Вот. А овощи немножко там исключения есть. То есть, в основном это корни идут, то есть картошка. Вот, и разные репы, редьки, вот эти все, то, что растут в земле. Вот, и также тыква идет, кабачки идут, огурцы идут, это было, что-то еще, ну вот, и авокадо – это фрукт, да, уже? Авокадо, да. Ну, в общем, все фрукты, да, и да. Молоко, да, гречка идет, это не зерно, орехи, да. Вот, то есть очень много, на самом деле. Растительное масло? Нет, растительное масло хорошо. Растительное масло мы в Бирмингеме всегда употребляли, потому что это sunflower, это цветок. Растительное масло имеется в виду подсолнечное. Подсолнечное хорошо. Да. Ага. Оливковое, да. И сами оливки. Кукурузной нет. Еще не вопрос, а по моим наблюдениям, действительно, в эти дни я на себе пробовал и вообще заметно, действительно, в эти дни люди, принимающие подобную пищу, то, что вы сказали, да, действительно себя неважно чувствуют. То есть какое-то расстройство, да. Спад настроения, в общем, неважное самочувствие, мягко говоря.
Очень-очень рад, да, спасибо. Наблюдение. Чем больше свидетельств, тем лучше нам. В прямом эфире. Вот. Спасибо. Еще какие-нибудь что-нибудь? Хорошо. Тогда давайте почитаем Премавиварту. Значит, что я хочу сказать. Джагадананда Пандит. Да? Когда Шри Чайтанья Махапрабху был совсем молодым, никто еще не знал, что он великий преданный. Да? То есть, тем более никто не знал, что он личность Бога. Он играл роль логика. Он был очень образован. Да? И он умел переубедить каждого. Да? Он настолько был виртуозен в спорах, что он мог доказать что-то, а потом наоборот доказать то, что, да, то, что он опровергал, он опять мог доказать. Понимаете? То есть очень мастерски мог это доказать. Потому что есть, это не то чтобы обман, просто есть разные грани. Да? Разных утверждений, да? Могут быть разные скрытые исключения, невидные и так далее. То есть он все это предусматривал, и никто не мог с ним состязаться в спорах. Вот. И он учился в Толе, в школе санскрита у Гангадаса Пандита. А вместе с ним учился Джагадананда. Джагадананда. Мы вчера слушали о том, кто такой Джагадананда. Он сказал, я служанка Шримати Радхики. Вот. Хотя есть мнение, что он воплощение царицы Кришны в Двараке по имени Сатьябама. Сатьябама. Вот. Джагадананда Пандит написал свою книгу, назвал «Према Виварта». Виварта, значит, само слово «према». Говорится, что према или любовь – самое главное, что мы можем достичь. Поэтому Джагадананда говорит, если на ваших устах появилось это слово «према», эти два слога означают «ваша жизнь удачна», означает, что вам больше нечего добиваться. У вас есть все. Да? Поэтому у нас сейчас есть какая-то любовь, но эта любовь пока не совершенная. Или это према в стадии созревания. Вот, но факт тот, что это наше высшее сокровище. Вот, а Виварта много значений. Я думаю, вы тоже поймете. Виварта есть такое значение иллюзия. Вот еще есть такое значение трансформация, преобразование. Вот еще есть значение действия противоположно обычному. Как, например, часы идут по часовой стрелке, да? И обычная любовь тоже идет по часовой стрелке. Люди встречаются, потом разлучаются, тоскуют друг без друга. Вот все как бы идет по прямой, линейно. Но према, она не подвластна такому движению. Она, наоборот, движется против часовой стрелки. Поэтому Джагадананда Пандит, когда он был с Махапрабху, или Шри Чайтанья, иногда его любовь проявлялась как водоворот, который движется порой в одну сторону, а потом в другую. Знаете, как закручивает водоворот, да? Иногда движение совершенно непредсказуемое. Или вихрь, ураган. Движение совершенно непредсказуемое. Поэтому когда человек сталкивается с премой, он не может ее понять. Просто. Она неуловима. Она как жар птица. Ее попробуешь поймать, улетит или обожжешься даже, если коснешься. Вот. Она может себя вести совершенно непредсказуемо. Вот. Поэтому Джагадананда часто являл ревнивый гнев. Его любовь была вспыльчивой, вот. Очень эмоциональной. Очень спонтанный, и поэтому его книга также написана в этом стиле. Она написана без соблюдения традиционных канонов. Обычно книга пишется как вступление, вот, там еще несколько предисловий там, от автора, там еще что-то, от издателей. Вот, потом введение, там, сюжет завязывается, потом сюжет достигает кульминации, и, наконец, развязка. Да? Или там, если философская книга, то введение, постулаты, выводы. Вот, и так она строится. Здесь иначе. Вчера мы читали главу в узком кругу. Не так много преданных собралось. Вот философская часть. Кто такой Шри Чайтанья Махапрабху? Это один или два? Рада Кришна или один? Вот, на самом деле и то, и другое. Вот почему у нас три фигуры. Видите? Махапрабху и Рада и Кришна. Ну, вот. Это единство противоположностей. Вот. В абсолютной истине уживаются эти противоположности, причем самым гармоничным образом, непостижимым. Потому что в духовном мире есть вечное настоящее, там нет прошлого, настоящего, будущего. И поэтому нет смерти.
и нет увядания. Поэтому все, что существует, в высшей степени гармонично и прекрасно, даже если по отдельности это кажется противоречивым. Вот. Это все было обсуждено. А сейчас Джагадананда Пандит говорит о том, как он начал писать эту книгу, и как Сварупа Дамодара, личный секретарь Шри Чайтаньи, дал ему указания. И также о том, как они учились вместе с Шри Чайтаньей в школе. Красота и трансцендентное качество Господа Чайтаньи – постоянный предмет моих размышлений. Мое сердце плачет, чувства переполняют меня, тело непрестанно трепещет, слезы безостановочно льются из глаз. Но желание писать о Господе сильнее всех остальных. Я беру карандаш и пишу, отбросив стыд и страх. Ему все равно, что выйдет. Он совершенно не озадачен формой этого произведения. И поэтому иногда мы встречаем какие-то философские рассуждения, которые переводят в живые воспоминания сюжетные о Господе Чайтанье. Потом вдруг он начинает ни с того ни с сего давать наставления преданным. Понимаете? То есть такое вот все спонтанное. То, что чувство переполняет его, это видно на каждом шагу. Я лишь именуюсь пандитом или ученым. На самом деле никаким истинным знанием я не обладаю, но меня переполняет непреодолимое желание описать трансцендентные игры Шри Чайтаньи Махапрабху. Однажды Сварупа Дамодара полюбопытствовал, спросив у меня, что это ты пишешь, пандитджи, ученый? Я ответил, я пишу о том, что наиболее дорого моему сердцу. Я хочу записать те игры Шри Чайтаньи Махапрабху, которые хранит моя память. Вот и все, что ему хотелось. Ни о чем он больше не думал. Ни стыд, ни страх не одолевали его. Ему было все равно, что подумают об этом книге, об этой книге. Сварупа Дамодара сказал, тогда напиши об удивительных качествах Господа. Весь мир сможет получить огромное благо из этого чтения. Я ответил, я нахожусь в совершенном неведении относительно того, что может принести величайшее благо всему миру. Я буду писать только то, что нравится мне. Так сказал Джагадананда, он был полностью свободен. Но можем ли мы сказать, что эта книга принесла огромное благо миру? Разумеется, да. Разумеется, да. Вот. На самом деле он вовсе не эгоист, как может показаться из этого утверждения. Тогда Сварупа Дамодара Госвами оставил меня в покое. Он пошел дальше, зная, что я всегда был немного странным. Сидя в одиночестве, я вспоминал Господа и просто записывал его игры. Я был свидетелем многих из них, потому что почти никогда не расставался с Господом. О да! О да! Как сладостно слушать рассказы тех, кто был с Гурудевом, да, очень близко и долго. То же самое здесь. Так, так близко и долго, так. Просто, да, сидя в одиночестве, просто записывал игры. И был, ага, я вспоминаю деяния Господа, и мое сердце плачет от разлуки, а глаза мои проливают нескончаемые потоки слез. Эти события я записал так, как они запечатлены в моем уме, и в той последовательности, в которой они всплыли в моей памяти. Да? Мы говорим... Слезы, да, это наш метод. Это не лучшая реклама для общей массы людей, однако. Вы придете к нам, и вы будете все время плакать. Мы не говорим. Нет, мы говорим, будем смеяться. Да, будем смеяться. Однажды Шьямарани Диди задала Гурудеву вопрос. Гурудев, я слышала, что Рагхунат Дас Госвами никогда не смеялся. Он только плакал. Да, Гурудев сказал, кто тебе сказал? Почему ты читаешь неавторитетные книги? Да, Рагхунат Дас Госвами иногда плакал, а иногда смеялся. Когда он в своей медитации созерцал грустные игры Кришны, полные разлуки, он плакал. Когда он созерцал радостное, полное веселье, он смеялся. Вот. Поэтому то же самое. Не всегда мы плачем, но плач – это великая вещь. Потому что это разлука, а после разлуки наступает встреча. А вы знаете, как сладостна встреча после долгой разлуки? Так вот, Джагадананда Пандит вспоминает сладостные игры Махапрабху сейчас. Однажды Господь в шутку сказал мне, «Ты долгое время был одной из главных цариц в Двараке, а я просто нищий попрошайка». Ах! Тут Чайтанья Махапрабху играет. Он видит, что кто такой на самом деле
Джагадананда, то есть кто такая, это служанка Радхики. Но он в шутку сказал, что ты был царицей в Двараке слишком долго, а я просто нищий попрошайка. Поэтому что ты можешь мне дать, да? Почему ты служишь мне? Ты можешь найти сотни таких же отреченных, как я. Ответил, оставь, пожалуйста, свои притворства и обман. Почему бы тебе не сказать, что я простая служанка лотосных стоп Шримати Радхарани? Вот он себя раскрывает второй раз. В первой главе он себя раскрыл первый раз, вчера мы слушали. Вот. Потому что однажды очень распространилась теория о том, что Джагадананда Пандит – это Сатьябхама. И все. Гурудев услышал, и он велел преданным, Шемарандиде особенно он велел часто, опровергни это ложное утверждение. Тут же преданные садились и писали опровержение. Вот. На самом деле, Шримати Радхики, служанка, здесь два раза упомянуто. Да, ты украл сияние тела моей дорогой госпожи Радхарани, поэтому ты вор, и обязан поймать тебя и вернуть назад в сторону Враджи. Говорится, что Шри Гуру это тоже вор. Почему? Потому что он крадет сердца. Вот, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху тоже. Вот. Ты вор, ты украл настроение и цвет тела Шримати Радхики. Кришна так и сделал, поэтому он стал золотистым и принял роль преданного, да? Принял роль Радхики. То, что Шри Чайтанья Махапрабху все время ходил и кричал «Кришна, Кришна!» восклицал. Почему? Это настроение Радхики, которое в разлуке с Кришной, в разлуке с Кришной. Мое единственное желание – служить Шримати Радхарани. А ты хочешь отослать меня за 3-9 земель в далекую Двараку? Вот как он возмущается. Он говорит, я же служанка Шримати Радхики. Ты меня не весь куда, но остров в океане хочешь отослать, чтобы я был царицей. Эй, зачем ты меня хочешь так далеко отослать? Простите, а у нас Кришна-лили кто был Джагадананда? Джагадананда Пандит, служанка Шримати Радхики. Нету. Просто дело в том, смотрите, дело в том, что Гаура Ганадеша Дипика, Кавья Карнапура, да, книга, в которой говорится, кто был кто в Чайтанья Лиле из Кришна Лилы, немножко технический вопрос, там говорится, что это Сатьябхама. Там, да. И поэтому вот эти апологеты этой теории, что это Сатьябхама, они ссылаются. Ага, значит, сказано в Гаура Ганадеша Дипике. Может, одновременно и Сатьябхама, и... Это всегда так. Конечно, в Радхике всегда присутствует Сатьябхама, потому что его Ума Рама Сатья Шачи Чандра Рукмини Радая Аватара Саба Амная Боли. Да, что они все Рада Аватара. Да, пребывают. То же самое, Кришна убивал демонов. Вы думаете, сам Кришна убивал? Нет, Махавишну в нем убивал. То же самое здесь. Только это Шакти. Вот. О, мое единственное желание служить Шримати Радхарани, а ты хочешь отослать меня за 3-9 земель в далекую Двараку. Вот как ты вероломен. Я хорошо знаю, какой ты отрешенный саньяси, начиная Джагадананды вырубять. На самом деле, ты просто хочешь обманом лишить нас возможности служить лотосным стопам Радхарани, чтобы самому служить ей. О, да, вот это обвинение. Вы знаете, это самое-самое продвинутое обвинение в мире. Да, ты сам хочешь служить стопам Шримати Радхики, а нам не дать. Потому что мы знаем, что творится в Севакунджа, во Вриндаване. Кришна становится Радхадасом. Он становится слугой Шримати Радхики. Да. Он говорит, смарагарала канданам, мамашираси манданам, дехи падапалавам ударам. Когда вы видите оригинал вот этих изображений, Севакунж, вот этот стих там написан на санскрите снизу. Из Джайдева Госвами стих. Пожалуйста, умерь пыл, это, как сказать, это жжение этого яда, которое сжигает меня, разлуки. Пожалуйста, дай мне возможность служить твоим лотосным стопам. Ставь свои стопы мне на голову. Говорит Кришна Радхике. Это очень сокровенно. Вот. Но Джагадананда, служанка Шримати Радхики, говорит, ты сам хочешь ей служить, а нам не хочешь дать. Вот что. Я ответил, я пишу о том, что наиболее дорого моему сердцу. Я хочу записать те игры Шри Чайтаньи Махапрабху, которые хранит моя память. Сурабх Дамодара тогда сказал, тогда напиши об удивительных качествах Господа. Весь мир сможет получить огромное благо из этого чтения. Я ответил, я нахожусь в совершенном неведении относительно того, что может принести величайшее благо всему миру. Опять он говорит о благе всему миру. Я буду писать только
то, что нравится мне, да. Вот так вот. А, я немножко забежал назад случайно. Вот, ты вор, да, вот как ты вероломен. Я хорошо знаю, какой ты отрешенный саньяси. На самом же деле ты просто хочешь обманом лишить нас возможности. Дальше говорит Джагадананда. Мы еще немножко почитаем, скоро мы закончим. Что, неужели вам пора? Хорошо, хорошо. А, Артур и Анна, мы снова ждем вас. В особенности, смотрите, завтра, день ухода Шилы Рупы Госвами, программа праздничная в 5 часов, затем 21-го в среду, Баларама Пурнима в 6 часов, и, разумеется, 28-го, это будет уже после возвращения из Ванадзора, это будет день явления Кришны. А также, конечно, приходите чаще, чем эти дни, но особенно. Завтра с большим удовольствием, у меня завтра дежурство. А, хорошо. Я через день дежурю. Хорошо. Тогда смотрите, вы сможете в понедельник и в среду прийти. В среду Баларам Пурнима, так что ждем вас. Харе Кришна. Пожалуйста, просадам дайте немножко с собой. Спасибо. Вот. Я немножко почитаю еще, вы не против? Простите нас. Ничего, все нормально. Я чуть-чуть, 10 минут еще почитаю, да? Джагадананда Пандит продолжает. О, как удивительны лотосные стопы Господа Чайтани. Они бесценное сокровище в преданном служении. Куда он ушел, оставив несчастным и одиноким? Как я могу продолжать жить, несмотря на то, что его нет рядом? Это разлука преданного с Господом Чайтани. Как я могу продолжать жить, несмотря на то, что его нет рядом? Я мечусь, не нахожу себе места, страдая в невыносимой агонии разлуки. Однажды в школе мы поссорились. Был такой случай. Грустный, сильно обиженный, я сел на берегу Ганги в Майяпуре и проплакал весь день и всю ночь. На рассвете мой самый милостивый Господь пришел ко мне с Гададхарой Пандитом. Он позвал меня и сказал: «Джагадананда, зачем так сердиться? Оставь свое упрямство и поговори с нами». Можете дверь закрыть, пожалуйста? Мой гнев полностью растаял при первом же взгляде на его освещенное экстазом лицо. Я спросил: «Зачем ты пришел ко мне так рано утром? Ведь еще совсем темно, а дороги на Ди очень опасные, усыпаны острыми камнями. Тебе должно быть было больно идти по ним». Знаете как, он не думает о своем удовольствии, он думает о том, чтобы Махапрабху был счастлив. «Зачем ты так рано ко мне пришел? Ты, наверное, спотыкался об эти острые камешки. Они доставили твоим стопам такую боль. Ну, тебе должно быть было больно идти по ним. Ты пошел на такие неудобства, все это только ради меня». Господь ответил: «Ночь заканчивается. Пойдем ко мне домой, поедим. Я прекрасно понимаю, как тебе тяжело. Я тоже все это время постился и спал на голом каменном полу». Это их ман, ревнивый гнев. Он завершился встречей. Гададхара Пандит пришел ко мне. «Мы вместе пошли разыскивать тебя. Это хорошо, что ты оставил свое высокомерие. Пойдем теперь ко мне домой, а завтра мы снова будем весело играть вместе». Схватив Гададхару за стопы, я медленно встал. Я не мог ослушаться Господа. Мы пошли в дом Господа. Там я немного поел и лег отдохнуть на несколько часов. О, как утомляет ман! Как утомляет ревнивый гнев! Но зато как затем приятный, живительно эта встреча. Утром мама Шачи и Джаганатха Мишра накормили меня рисом и молоком и отправили в школу вместе с Господом. Он еще был очень юн. После школы мы с Господом пошли ко мне домой, где пообедали, сидя рядом. Он так и пишет: «Пошли в школу с Господом, и после школы с Господом пошли ко мне домой. Пообедали, сидя рядом». Все в порядке вещей. Да, нормально. Мы с Господом сидели рядом, пообедали. Любовь, которую чувствуют друг другу влюбленные после ссоры, подобная чистому нектару. Я тоже был переполнен сильнейшим экстазом. Господь сказал: «Мы рассердились друг на друга лишь из-за сильной любви. Наша любовь не прекращается, а продолжается, даже усиливается после каждой ссоры, разумеется». Даже на материальном плане, я думаю, мы это испытывали. Вот. Но здесь это совершенно, совершенно иначе. Это исполнено такого неповторимого вкуса. Без поклонения луноподобному Господу Гауранге жизнь превращается в сплошную череду недоразумений.
а служение Ему наполняет ее сильнейшим экстазом. Господь – само олицетворение великотворенное великодушие, так кто же мог забыть Его, может забыть Его? Он проливает нескончаемые потоки милости на своих слуг. Господь Чайтанья – мой господин и повелитель, я никогда не покину его прибежище. Он – господин моего сердца. Если кто-то скажет, что Шри Чайтанья – это мой лучший друг, то я немедленно брошусь к нему, чтобы обнять его. О, Господь Чайтанья, ты самое дорогое сокровище моего сердца. Я даже не взгляну в лицо того безбожника, который никогда не прославлял Господа Чайтанью. Если же я случайно увижу лицо человека, который забыл Господа или безразличен к его лотосным стопам, то день этот я считаю неудачным. Я побью палкой того, кто почитает других саньяси, пренебрегая Шри Чайтанья Махапрабху. И огнем выжгу язык того, кто занят несерьезной мирской болтовней, избегая обсуждения нектарных игр Шри Чайтаньи. Вот тебе и письмо. Спонтанное, без особенностей стиля. Вот это любовь. Да. Если ради Господа Чайтанья я должен буду страдать, то пусть мои муки будут вечными. Видя, как мой Господь отрекается от наслаждения и радости, приняв образ жизни аскета, я тону в океане горя. Джагадананда был одним из тех, кто знал, что Махапрабху принял саньяс. Он был одним из тех. Однажды, когда мы увлеченно играли, мой Господь вошел в темный лес на берегу Алакананды Ганги. Мы с Гададхарой Пандитом быстро последовали за ним. Яркий, красивый попугай сидел на ветке ароматного дерева бакула и следил за нами. Господь заметил попугая, остановил на нем свой взгляд и сказал: «Ты сын Вьясадевы, Шука. Поэтому ты должен порадовать нас пением о славе Шри Радхи и Кришны». Но попугай наперекор Господу вдруг запел: «Гаура Хари! Гаура Хари!» Господь в притворном гневе прогнал птицу. «Я хочу, чтобы ты пела Рады Кришне. Почему ты поешь обо мне? Я не хочу, чтобы ты меня прославлял». Вот. Попугай продолжал петь «Гор, гор!» и начал танцевать. Его удивительное пение вызвало в наших сердцах прилив экстаза. Господь повторил: «Попугай, это же Вриндаван! Пой громко божественные имена Рады и Кришны, так чтобы все могли слышать». Попугай возразил: «Вриндаван сейчас превратился в Новодвипу. Я вижу Раду и Кришну в образе Гаура Хари, Гаура Хари. Я вижу в этом лесу, я живу в этом лесу и поддерживаю свою жизнь только повторением имени Гауры. Ты мой Кришна, Агадатхара моя Радхарани. Ты мой Кришна, Агадатхара моя Радхарани. Я простираюсь в поклоне у стоп любого, кто помнит сладостные игры Шри Чайтаньи Махапрабху». Шри Чайтаньи Махапрабху пришел вместе со своим спутником Гададхарой. Гададхара – это сама Шримати Радика. Вот здесь, если кто-то, может быть, не совсем понимает. Вот Шри Чайтанья, Нитьянанда, а вот Адвайта – Гададхара. Вот Гададхара – это Радика Шриваса здесь. Вот. То есть рядом с Кришной постоянно Радика. Видите, с левой стороны, как и Радика, Гададхара слева от Гауранги. Вот поэтому Джагадананда пишет: «Для меня Шри Гададхара и Шри Гауранга – это Рада и Шьяма. А 32 квадратные мили, которые занимает область Новодвипа, это точная копия Вриндавана». Да, Новодвип не отличен от Вриндавана. «Того, кто видит разницу между Господом Кришной, сыном матери Яшоды, и Господом Нимаем, сыном матери Шачи, следует избегать как яда. Тот, кто не видит, что Вриндаван – это Новодвип, глупый логик, его жизнь – только тяжелое бремя для него». Очень важно знать, что Махапрабху, его обитель Новодвип, не отличен от Вриндавана. «Я чувствую любовь ко всякому, кто поклоняется святому имени, святой обители и удивительным играм и качествам Шри Чайтани Махапрабху. Даже если человек родится в Бенгалии, он никогда не испытает, но никогда не испытает в сердце влечения к трансцендентным именам». То есть он никогда не испытает в сердце влечения к трансцендентным именам, играм обители Рады и Кришны, если прежде не примет прибежище у трансцендентных образа имени экстатических игр и возвышенных обителей Господа Чайтаньи. Тот, кто родился в обители Господа Гауранги в Новодвипе, должен принять его прибежище. Так Рада и Кришна, так Вриндаван придут к нему. Так мы завершили сегодня вторую главу, где Джагадананда говорит о своих экстатических играх с Господом Чайтаньей.
Према Виварта. Према Виварта. Джагадананда Пандит. Есть. Шри Джагадананда Пандит Прабху ки джай. Шри Према Виварта ки джай. Поэтому мы особо вспоминаем, как Гурудев читал для нас Према Виварту, в особенности в Одессе в 2008. Вот. Также до этого в Италии он читал в 2008. И в 2000 он тоже читал, время от времени читал. Да, совершенно верно, Гавардан Прабху. В Джайвадхарме Бабаджи Махарадж, Премдас Бабаджи Махарадж, дает наставление, то есть он читает Према Виварту, а его гуру Прадьюмна Брахмачари дает наставление Бабаджи Махараджу читать Према Виварту для ученика, для саньяси Такура. И так он слушает Према Виварту. Спасибо большое, вы напомните. Шри Према Виварта ки джай, Шри Джагадананда Пандит ки джай, Шри Экадаши Тити ки джай, Мадхава Тити ки джай, Гор Премананде Хари Го. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Если у преданных есть какие-то вопросы, я сейчас не, в чате, в юстриме не смогу прочесть, но на скайпе вы можете задать вопрос на скайпе или на других чатах. Джагад Ананда. Jagat Ananda Pandit Prema Vivarta Gaur Premanande. Если есть вопросы, пожалуйста. У меня вопрос. Я вспомнила в 2009 году. Но вроде бы помните, там мы ходили, где вот следы были Кришны. Ага. Не знаю, вы были там или нет, но одна корова, молодая еще совсем, она прогнала всех преданных головой, всех-всех-всех, и сама голову поставила на следы Кришны. И у коровы тоже слезы шли, и все, кто смотрели, тоже сдалека, все стояли и плакали. Вы не были там? Нет. Не видели, а мы были там. Ну, это один из чаран... Сидели мы были там, увидели, это прямо возле нас происходило. Это хорошо. Было красиво. Я надеюсь, Индира завтра нам еще расскажет историю. Вот, хорошо. Нет, это, наверное, один из чаран пахари, один из вот этих отпечатков, где расплавились камни и стопы Кришны остались. Такой подкал маленький. Да-да-да, это чаран пахари, там, где Акрура, когда он во Вриндаван приехал, вот там он увидел стопы Кришны. Там очень молодая корова была, прям прогнала головой. Это когда мы на автобусах последнее место посещали. Да-да-да. Да, всех прогнала, и главное, головы бодали, а потом сама голову положила на стопы и слезла. Приблизительно этапы размышления. Ага. Немножко постараюсь похороше, но ага. Как бы выразиться. Да. Дело в том, что вот Господь Чайтанья не сходил на эту землю, чтобы как бы отвергнуть старые догматические церемониальные такие вот эти вещи, и чтобы прямо идти к Кришне. Ага. То есть он хотел там людям давать прямую дорогу. Uh-huh. И прямую дорогу давать он как раз, я думаю, поэтому он отвергнул саньяси, категории саньяси, поскольку саньяси это те времена должны были этот поэтому как бы дорогу пройти. А теперешнее время в действительности саньяси не должны быть. И следовательно с этим Господь Чайтанья нам объяснил, что вот если Господу Кришну будем смотреть как Господь, да, тогда к Господу иерархическим таким ступенями нужно ходить. Это те времена мудрецы, аскеты и йоги были такие. А теперешнее время нужно просто Господу принимать как очень родного. И если он родной, понимаете, тогда, допустим, мой брат. Я, если у брата будут церемонические такие вот эти вещи соблюдать, да, эти моменты, немножко смешным будет. И брат будет смеяться там. И мой брат, сразу обнимаемся, да. Вот поэтому вот Господь Чайтанья, вот этот момент, я думаю, вот этот изъян есть тут. Хорошо. Что нужно это учитывать. Спасибо. Значит, два момента отметил Джанмаджай Прабху. Да. Первый, это что касается саньяса. Значит, наш Шрила Гурудев написал книгу «Прабанда Панчакам». Это пять основных эссе «Прабанда Панчакам». Сложная книга, философская. Она посвящена пяти темам, наиболее актуальным в нынешнем вайшнавском мире.
одно из эссе посвящено саньясе. Вот. Дело в том, что сейчас нападок на саньяс очень много. Он ведет дебаты с таким Бабаджи Шьямлал Хакимом, который говорит в этой книге, который говорит о том, что сейчас в Кали-Югу запрещено несколько вещей, в том числе саньяс. Гурудев доказывает в этой книге, что запрещен только карма саньяс. Вот. И он указывает, что Шри Чайтанья Махапрабху, наоборот, саньяс продвигал. Почему? Потому что он сам был саньяси полжизни. Вот, потому что он грихиджана шикшака ньяси кула наека. Он одновременно давал высшее наставление грихастхам и отреченным людям отреченного образа жизни. Пол жизни, 24 года он был грихастхой, как сейчас мы читали, и пол жизни он был саньяси. Вот, то есть он и грихиджана шикшака, и ньяси кула наека. То есть он герой всех саньяси, все берут с него пример, и он образец для всех домохозяев тоже. Вы знаете, это так, это, да, что да, Господь Чайтанья это делает, чтобы слышали его, да, а то никто не послушает. Да. Но смотрите, среди... Поэтому он взял эту позицию саньяси. Да, но среди спутников Господа Чайтанья многие были саньяси. Гададхара еще один саньяси. У него был кшетра саньяс. Он был кшетра саньяс, понимаете? Когда малый Харидас, чета Харидас, просто постучал в дверь, как ее звали-то, Мадави, да, значит, Шики Махити Мадави, да, сестра. Несмотря на то, что ей было 80 лет, он к ней просто постучал в дверь, чтобы взять рису, да, для пира. Вот. Его Махапрабху отверг, потому что он хотел подчеркнуть. Тривикрам Марадж в одной статье пишет, почему Махапрабху не прогнал, простил быстро. То есть он освободил, но простил. Как его... который с ним в Южную Индию-то ходил. Да-да-да-да-да-да. Которого Баттахари цыганки украли-то. Кришнадас, нет? Да, Кришнадас. Нет. Ну, второй раз Кришнадас, по-моему. Первый раз. Кришнадас. Кришнадас. Значит, Чота Харидас и Кала Кришнадас. Кала Кришнадас. Значит, Кала Кришнадас он простил. Потому что он был брахмачари. Он простил. Но Чота Харидаса тут же отверг и очень рад был, когда тот утопился в Тривене. И он приходил к нему в духовном, кстати, образе, как этот ангел. Да? Он пел по вечерам для него. Ну, Но просто Махапрабху, он хотел подчеркнуть, каким должен быть саньяси. Понимаете, там. Вот. И многие другие спутники. Очень много грихаст, конечно же. Адвайта Ачарья, Шривас Пандит, грихастхи там и так далее. Гададхара саньяси. Нитьянанда Авадхут. Сперва саньяси, потом две жены. Вот. Это другое. Хотя, на самом деле, у него статус был не самый строгий тоже у Нитьянанды, то есть Авадхут. Шривнивас второй тоже. Много жен у него. Да. Шривнивас Ачарья. Да, да. Вот. Но факт тот, что что хотел показать Махапрабху? Как и Шрила Бхактивинода Такур. Шрила Бхактивинода Такур, смотрите, седьмой Госвами. Но седьмой Госвами 13 детей. 8 мальчиков, 5 девочек. 13 детей. Госвами. О, понимаете, статус. То есть это показывает, что грихастха, он же саньяси, нет разницы. Махапрабху дал пример. Он сказал, наши гуру, да, наш Гурудев всегда говорил, если ты грихастха, сделай свой дом храмом. Твой дом – проповеднический центр. Разницы нет. Тут другое дело, что это даже практичнее для нас сейчас, может быть, потому что мы общаемся с социумом, понимаете? Мы тоже, да, я саньяси, я путешествую, да, мы тоже общаемся с социумом, но мы не можем делать, я вижу очень ясно, мы не можем делать того, что могут делать грехасты и должны делать грехасты. Поэтому грехаста ашрам самый практичный, что подчеркнуто в Джайвадхарме тоже. Поэтому, как его, в Раджанат он принял жену. Вот. Но наш Гурудев очень особый, я хочу вам подчеркнуть, наш Гурудев очень особый в том смысле, что я вам клянусь, каждому практически он говорил, не женись. Наш Гурудев говорит. То есть, когда вступает в силу этот, как сказать, дилемма, да, шекспировская или какая, жениться, жениться или не жениться, это, понимаете, как... Да, кто? Миронов. Миронов, неважно. Вот. Если не Шекспир, то хотя бы Мирон. Вот. Вот. То Гурудев говорил не женись. В том смысле, что он просто был настолько твердо рупануга,
что то, что Рупа Госвами делал, Гурудев велел делать нам. Рупа Госвами был не женат, Наштика Брахмачари, вот так, он нам велел. Понимаете, Махапрабху и то, и другое. Одну жену принял, ушла в Вишнуприя, оставил молодую жену как мисс Вселенная красивую, стал саньяси. Вот. То есть вторая половина уже полностью разлука в Шримати Радхике настроение. Понимаете? Просто вопрос саньяси не только жениться, не жениться. Вопрос саньяси там строгие такие. Правила канонические. Вот. Понимаете, что... Да, Гордон Трубан. Я тоже помню, что Гурдовина Махарадж сказал, что Кали-юга только запрещено майявады саньяси приняться. Да, карма саньяси. А триданы саньяси можно приняться. Да. Но я, если не обучаю, не чем скажу. Не ошибаюсь, что саньяси принял по шастрам только если это преданный достиг уровня бхакти. Да. Это идеал. А сейчас мы видим, что такого не происходит. Сейчас это, как сказал Шрила Шридхар Махарадж в своей книге, в книге «Шри Гуру и его милость», он вспоминает один плакат времен Первой мировой войны. Когда он был молодым, Индия была британской колонией и участвовала в Первой мировой войне. Вот, и был агитационный плакат, висел на высоком здании, униформа, военная униформа, и надпись «Надень эту униформу, и она тебе скажет, что делать». Поэтому то, что Гурудев сейчас дает саньяс, да, и в принципе, почему, спрашивается Шрила Свами Махарадж Прабхупад, столько дал саньяс, там, если он знал, что падут, ну это вопрос, который Гурудев часто разбирал. Вот, то есть это что называется battle commission, то есть назначение на поле боя. Сейчас поле боя, понимаете, все сделать ради проповеди. Поэтому в конце войны, когда уже все армии полегли, набирают юнцов, да, и дают винтовку, стрелять вот так, да, заряжать вот так, вперед. Понимаете, что? Поэтому это Шрила Гурудев давал нам прекрасные костюмы на вырост. Если кто-то в первом, во втором классе, это в каком отчета классе сейчас? В шестом. Ну, значит, это ему на 10-й, на 12-й, сколько у вас классов, я не знаю. На первый курс университета костюм. На свадьбу костюм. Поэтому нам Гурудев дал костюм, я чувствую. Мне Гурудев дал, как сказать, не то, что костюм, он... это вовсе не маскарад, то есть это его милость. Это его милость, и он просто дает это, но дает в значительной степени на вырост. Понимаете, что? В значительной степени на вырост. Но в то же время... Он показывает таким образом свое доверие к этому ученику. Вот это абсолютно, это уже 100%. То есть это уже не на вырост, это доверие к ученику. И когда он видит какие-то качества шаранагати, которые проявляются, тогда он дает. Тогда он дает. Просто это его желание. Вот. Он хотел, чтобы миссия развивалась, поэтому. Вот. Глубокий вопрос. Это первая часть. Вторая часть, значит, Джанамаджа Прабху сказал, что Кришна, а точнее Шри Чайтанья Махапрабху, он дал это близкое настроение. Близкое настроение любви в настроении гопи. Вот. А именно он наточил Расам Свабхакти Шриям, то есть очень близкое. Прабху совершенно справедливо заметил, что в прошлом бхакти, которая практиковалась... Эй, Гопали, бхакти, которая практиковалась, больше было айшварьи, неизмеримо больше, чем в настроении Шри Чайтанья Махапрабху. Вот. То есть, Чайтанья Махапрабху — это чисто враджа бхакти. А во врадже есть айшварьи, конечно, очень, причем много, но она вся тонет в Мадхуре. Понимаете как? Как, допустим, вы можете себе представить, Гурудев дал пример с молоком, но, пожалуй, более... Практично для вас вы варите много чаев здесь, да? Вот если вы берете траву какую-то сухую и завариваете, травинки разрезаете и завариваете, и кипит. И вот этот чай, который закипает, травинки вздымаются и иногда показываются на поверхности. Так вот эти травинки, которые показываются на поверхности, вот это айшвария, она на самом деле там глубоко, она в глубинах этой. Да, массы всей воды. Вот, но она вздымается, и травинки выходят. Так же Кришна, да, показывает свое величие. Он поднимает Говардхан, да. Он убивает Путану, гигантскую демоницу и так далее, и так далее. То есть это...
А? Раса Лила. Раса Лила тоже, но раса Лила, понимаете, что... Матхуля Пакрита, но там тоже ашвара много есть. Что одиночество... Значит, сейчас я закончу тему демонов, потом мы подойдем, это немножко разные вещи. Значит, что касается убийства демонов, да, то есть это демонстрация Айшварии, это убийство совершает Махавишну, который в Кришне живет. Вот, но что касается расы Лилы, там немножко другое все-таки, потому что, допустим, Кришна в Двараке, да, то есть это чисто, как называется, Вайбав Пракаш, то есть это его экспансии, вот. Но что касается расы Лилы, Кришна носит имя Вишну в расика смысле, потому что он один в своей сварупе бегает, совершает раса лила так быстро, что это сравнивается с раскручиванием какого-то полена, да, или благовония, допустим, да, если мы пуджи факела совершаем, на пуджи, конечно, хотя есть преданные, которые тоже так пуджи совершают, вот, как вентилятор, да, по-быстрому, харибол, вот. Но да, но я хочу сказать, что кажется, что это сплошная линия, этот огненный круг, да? Вот. Также Кришна бегает очень-очень-очень быстро. Вот. Вот. Так что в Двараке неизмеримо больше Айшварии в этом отношении. Вот. А это чисто в его сварупе он делает. Сила Вишванача Кровати Такур отмечает в комментарии это. Вот. Так что, что я хочу финализируя сказать, что Шри Чайтанья Махапрабху, да, он дал это высшее настроение, которое не было даровано Анарпита, то есть с незапамятных времен. Анарпита Чаримчарат, с незапамятных времен. Как долго? Мы говорили вчера, 8 миллиардов 640 миллионов лет. То есть, ответ на ваш вопрос, арифметически точно, если сказать, 8 миллиардов 640 миллионов лет назад Кришна пришел. И вот столько это не было даровано. Точнее говоря, да. Шри Чайтанья Махапрабху тоже приходит один раз в день Брахмы, 4,5 тысячи лет после прихода Кришны. Просто много там костей, вопросы. Здесь так невозможно там. Чуточку могу добавить. Допустим, если кто-то может общаться просто, любит там, или влечется. Привлекается. Да? Привлекается с Кришной. Пока никакой расы там разговор не идет. И это тоже учитывает Господь Чайтанья. Не обязательно, что там в раме находиться или в бараке. Просто, и это возможно, просто там, бесцеремонически. Понимаете, если есть церемония, то закрывает, отдаляет. Да, да. Вот это. Я просто это хочу сказать, такие вопросы много. Можем это отдельно, если время будет, посидим, поговорим. Чтобы время так много не пошло на разговор. Ясно, ясно. Да. Хорошо, Хари Кришна, спасибо. У кого-то еще какие-то замечания, пожалуйста, говорите. Я слышала, Гурудев говорил, что Шрила Прабхупада приходил, и он, чтобы сказать, что Кришна Господь. А я пришел, чтобы сказать, что забудьте, что он Господь. Да. То есть я вторая волна. Да, Прабхупада сказал, что... Прабхупада пришел к вам, с вами Марадж, с вами Джи, как он говорил, пришел к вам, чтобы сказать, что Кришна – Верховная Божественная Личность. А я пришел, чтобы вы об этом забыли. Вот, каким образом? Потому что во Врадже никто не знает, что Кришна – Бог. Он сам забывает об этом. Вот, о своем, как это, статусе. Да. Вот, но на самом деле, это самое сладостное, что его влечет. И эта красота, своя собственная красота его привлекает самого. Поэтому он приходит как Господь Чайтанья. Очень глубокая тема. Махарадж, это обязательно, чтобы сначала это реализовать, что Кришна – это Божественная Личность. После этого... Да, абсолютно. Абсолютно. Совершенно верно. Потому что иначе бы зачем тогда Шрила Прабхупада с вами Махарадж так глубоко и настойчиво в начале главы Раса Лили первой, да, в источнике вечного наслаждения в Кришнабуке, он устанавливает, что Кришна – это Верховная Божественная Личность, вновь и вновь повторяет, что это его божественные игры,
Что это ничего общего не имеет ни с какой мирской. Но не всегда. Это я понимаю. Да, но не всегда и не для всех. Да. Просто Прабхупада имел дело с такой аудиторией. Ну, вообще, да. Потому что Билли, я преданный, спрашиваю, если вдруг узнаешь, что Кришна не Господь, Кришна привлекательный, но он не верховный Господь, ты будешь его принимать? Нет, говорит, я буду принимать только верховного Господа. Понимаешь? Он чисто отвечает, не обманывает. Он верховного Господа ищет. А я вот как раз слышал противоположный ответ. Тоже иногда отвечают, что даже если Кришна не Бог, ничего страшного. Привлекает. Люди разные. Люди разные. Самый главный привлекающий, да? Окей, Гопали руку тянет, нет? Гопали, нет? А я думал, ты что ты спрашиваешь? А то вы они будут фамильярными считать. Да, поэтому понимаете, как у нас происходит в санге. Вот у нас в санге Харибол, в санге у нас очень интересно происходит. То есть мы слушаем катху довольно продвинутую, причем с нуля практически, да? Вот Гурудев говорил, эй, вот Гурудев говорил и так далее. Вот, ребенок, вот. А в то же время мы слушаем основополагающую катху, да? Бхагавад-гита и так далее. Вот. Причем второму, то есть основополагающей катхе, нужно уделить больше внимания. Бхагавад-гита, да, основные моменты. Вот. Ну, Гурудев тоже говорил это. Он Бхагаватам особо любил с первой песни. Шримад Бхагаватам говорил. Вот. И особо Джавадама. Джавадама. В одном месте Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам. Джайва-дарма. Когда Гурудева спрашивали, какую книгу брать в первую очередь для проповеди, он говорил Джайва-дарма. Вот. Он всегда отвечал Джайва-дарма. Поэтому, когда она вышла, то Гурудев много не... Вот. Я очень рад, что в прошлый раз вы много приобрели Джайва-дарма, когда Дама-дарма Раш был. Вот. Но сейчас я всего три книжки привез. Если у кого-то нет, кто-то может взять. Вот. Что есть еще несколько книжек. Кто заказал? Дело в том, что все они уже заказаны и разобраны. Твоя тебя ждет, не волнуйся. Да, твоя тебя ждет. И еще что-то смотрю. То есть я немножко так озадачен, понимаете, я ванадзор не хочу обидеть ни в коем случае, тоже в этот раз. Ванадзорский я просил. Нет, я уже сам. Я знаю, но я новые книжки просто хотел. Окей, что, давайте проведем арати небольшую, да? Мы споем. Значит, о, Говардан Прабху, может вы предложите? Мне страшно, что не в форме там. Пожалуйста. Я просто хочу петь и не отвлекаться. У меня нету. А, у тебя есть тилок, ты сделаешь, хорошо? Предложишь. У тебя есть дикша, у тебя есть тилок, все, молодой пуджары, вперед. Кришнананда. Иначе как ты оправдаешь свое имя? Потому что Кришнананда познается в Арчине. Окей. Все, большое спасибо всем. Вот, спасибо также нашим слушателям в прямом эфире сегодня. Значит, завтра, Хари Кришна, Хари Бог, последнее хочу сказать. Завтра, ребенок, тут, завтра последнее, завтра, что у тебя последнее? Завтра великий день, последний будет 30-го. Вот, завтра очень большой день, день ухода Шрилы Рупы Госвами. Вот, пожалуйста, приглашайте всех друзей, всех преданных. Очень большой день, вот, будет... Много харикатхи, прославление Рупы Госвами, также еще двух ачарьев уход. Вот. Так что, если у кого-то дома есть качели для божеств, приносите, будем качать Раду и Кришну. Да, или какие-нибудь. Да, можно сделать. Кришна Чандра, Кришна Нанда, да, не убегай. Все, Нитай Гор, Нанди.